Итак, всем привет, други мои. Сегодня я вам расскажу очень важную новость для старперов, для 40-летних стариков, примерно таких, как Ваномас, значит, которые катаются на велосипедах по Москве, прям катаются по улицам, где транспорт ездит, такой транспорт. Значит, типа автобусов, троллейбусов, трамваев, электричек. Ну, электрички не ездят, конечно, по главным улицам, но сбоку они там могут ездить. Значит, от чего я хочу этих старперов типа Ваномаса предостеречь? Вот на велосипедах можно ездить, когда тебе 20-25 лет, когда у тебя реакция в хорошем виде находится, когда ты молодой, резвый человек, значит, когда у тебя сил много, вот тогда тебе можно на велосипеде ездить, и то крайне нежелательно ездить по центральным улицам, лучше где-нибудь в парке по велодорожкам кататься, где не ездит автомобильный транспорт. Вот, вот в парках по велодорожкам или где-нибудь в таких московских местах, где много велодорожек, где допустимо кататься на велосипедах. Вот там можете вы кататься, где отсутствует транспорт городской. Значит, что я могу сказать про себя? Продал я свой велосипед где-то 5-6 лет тому назад. У меня был односкоростной велосипед Десна. Такой, типа, на советские велосипеды похожие. Такой, там без переключателя скоростей было. То есть, педали обычные. Сзади одна звездочка. Спереди одна звездочка вместе с педалями. То есть, две звездочки. Одна с педалями, другая сзади на колесе звездочка. Вот на таком велосипеде я катался. Без переключателя скоростей. Где-то я его купил в 2002, в 2003 году и где-то по 2017, по 2018 год я на нем ездил, катался по Спартановке, по Тракторному. Но в другие районы я не ездил, потому что это слишком далеко. В основном по Спартановке, по Тракторному катался. Но, может быть, ближе к плотине ГЭС иногда заезжал. Или в поселок ГЭС заезжал на этом велосипеде. Вот, вот так вот я катался на велосипеде. Но это было до исполнения мне 40 лет. То есть, где-то до 39 я на нем катался. То есть, с 2002 года, 2003 и по 2017-2018 год я на нем катался. Конечно, были до этого у меня другие велосипеды, на которых я тоже катался. Первый велосипед у меня вообще трехколесный был, по-моему, в 83 году. В 1983 году, в 20 веке, в прошлом еще он был. Ну, короче, я уже рассказывал о своих велосипедах, что всего у меня было 7-8 велосипедов. И последний свой велосипед я продал в 2017 или в 2018 году. Решил я, что после 40 лет уже не стоит кататься на велосипеде. Это уже довольно-таки опасное занятие, кататься по дорогам на велосипеде. Еще я вам хочу сказать, как происходит катание по дороге на велосипеде. По правилам дорожного движения для велосипеда
от правой части дороги 1 метр от края дороги. То есть вот метровое такое вот расстояние, как вот я вам руками показываю, примерно 1 метр. Вот по этому 1 метру вы можете ехать. Очень редко вы можете выезжать из этого 1 метра. И, значит, вас могут задеть некоторые невнимательные водители. Если они прижмутся к краю дороги, они вас могут попросту сбить на вашем велосипеде. И вы с этого 1 метра от края вывалитесь за край дороги и расшибетесь там. Возможно, даже насмерть расшибетесь. Еще вот повлияло на меня то, что в 2017 году я увидел в Волгоградском форуме, в Спартановском, что одного 76-летнего деда сбил какой-то парень на «Жигулях», на «семерке», по-моему, или на «девятке» сбил. И мужик этот, 76-летний, на велосипеде насмерть помер на велосипеде на своем. Вот такие вот дела. Это тоже повлияло на меня негативно. Может быть, даже позитивно, что я перестал ездить на велосипеде. Это для меня позитивная была реакция. Но просто негативно, что мужчина погиб на велосипеде, и тот, кто его сбил, того в тюрьму посадили, тот тоже пострадал, что его за вот это вот убийство непреднамеренное, за то, что он сбил на своей машине на девятке, его посадили в тюрьму на зону, то есть он тоже пострадал, ну и этот на тот свет отправился. Так что вот я вам советую, и в том числе Ваномасу, он вот сейчас видео свои крутит постоянно на своем канале, как он катается там по Москве на своем велосипеде, на таком, на спортивном велосипеде, типа там шоссейный велосипед какой-то с переключателями передач. Вот он ездит там, где автобусы ездят, троллейбусы, пытается обгонять автобусы, пытается обгонять троллейбусы. Ну, то есть, ведет себя не очень разумно. Вот я ему советую прекратить ездить на велосипеде, пока он не угробился, пока его не сбили там на дороге какие-нибудь автолюбители. И вам я советую, когда вам уже под 40 лет или за 40 лет, уже надо завязывать с ездой на велосипеде, уже надо завязывать с этим занятием. Так, ну а на этом я свое видео заканчиваю. Назову это я видео «Старпёрам нельзя ездить на велосипедах в центре города». Вот, вот так вот я назову. До новых встреч на моем канале. Всем пока. До свидос.